ходил по городу. Я думаю, что организаторы подготовили все. Будет интересней. Но будет сложнее, сразу говорю. Должно быть 6 человек. 6. Лето капитан? 6. Прекрасно. С тебя спрошу. Пять и шесть. Это не открывать. Тоже пока не открывать. Все, можем идти на свои места. Все, что делается у нас по дороге, у вас есть правило. Правило это большое сегодня. Для того, чтобы правила не нарушали, за этим будут следить те, кто стоят на точках, и те, кто будут бегать на точках и точках. Вот, всегда все тайное становится явным, поверьте, если есть нарушение, и это оборачивается только против вас. Итак, все, все? Как только прочитаете, хочу опять встать так же, как вы стояли. Наверное, брюки мне тоже больше нравятся. Хотя... Брюки. Штаны нет такого слова. Ну, брюки без Б это рю. Ну, фонтан на этом. Танцуешь. Сквер. Танцуешь. Кстати, да. Снимай. Здравствуйте. Ай, момент. Здравствуйте. Ножницы? Все? Ну, нормально? Приднестровье. А что, названо? Город? Да. Нет. Ну, что в Приднестровье названо именем двух святых Кирилла и Мефодия? Просветительский центр. Культурно-просветительский центр. Пиши. Да? Да, 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 культурно-просветительский центр. Я все знаю. Еще что-то дописал. Сейчас сыграем. Не сидите строго. Слава Богу, я славя. Андрей с обтянутым животом. 300. Первый пришли пилигрим 18:44, второй молодая гвардия 19:03, третий вольная медведица 19:03. Ползти! Не можешь ползти, у тебя нет рук и ног, ничего нет, да? Ползи, глазами цепляйся. Так, ну что ж, теперь по поводу того, кто ответил какие слова. Значит, пилигрим сказал, что это кириллица. У нас сексоты были. Но вот всем пусто! Самое главное, что так вам всем сказал перед тем, как начинался квест, о том, что язык, который... Азбука, которую написали Кирилл и Мефодий, она была чиста, и весь этот язык был чист, и не было в нем ругни. И бранды, команда ВолгТУ. И второе место занимает команда Пилигрим. И первое место, и вот этот кубок завоевывает команда «Вольная медведь». Все?